очень много не получилось из-за погоды, ветер. Много не реализовали моментов. Так, соперник молодец, мы постарались хотя бы добили ничью. Судейство, скажи. Судейство? Судейство, да, были, короче, много моментов, которые очень спорные. ВАР тоже, почему, как он посмотрел, да, в штрафной не засчитал гол, я не знаю. Так, в принципе, игра неплохая. Спасибо большое. Единственное, то, что гол отмененный, когда был, как бы не было там штрафного. Там соперник сам пятился и потерял мяч, и забили гол, и почему-то его отменили. А в конце, когда нашему нападающему локтем в голову заехали, этот сочли нужным не смотреть. А так, соперник молодец, в принципе, борьбу после прошлого раза нормально показал. Так, удачи. Спасибо всем.